Топ-4 места, которых все забыли в Брукхевене. Итак, первое место у нас почему-то стали забывать в последнее время с лета 22 года. Но я на нем не забыл, и угадайте, что это за место. Это аркады. Почему-то некоторые забыли, что в Брукхевене есть помещение, где есть игровые автоматы. Ну, а я Робломакс, и это топ-4 забытых комнат. Итак, автоматы у нас забыли меньше всего, но на третьем месте, которое забыли немножечко, это модул. Тут еще все-таки некоторые игроки строят еще свои номера, но очень-очень редко. Тут даже есть автомат. Короче, вы просто на него нажимаете, а вам дается просто абсолютно бесплатно баночка колы, и не надо ее искать в инвентаре. Давайте сейчас тут походим. Короче, ресепшн. Второе место, то есть его уже достаточно сильно забыли, и это... Короче, типа почта. Его очень-очень сильно забыли. За всю историю, как я, сколько я в Брукхевен играл, тут абсолютно никто никогда не работал. Ну а самое забытое место в Брукхевен, просто угадайте. Угадайте, что это за место. Это Брукс Динер, ребята. Это самое забытое место, и тут вообще никто никогда ест. У меня такое чувство, что чаще, блин, вообще оно стоит на самом видном месте, и никто его не замечает. Мне кажется, ребята, это еще тут меньше людей едят, чем в Старбаксе, в Старбруксе. Короче, на этом будем заканчивать. Всем пока.